Погнали. Мы находимся на озере Светлом, которое расположено в 38 километрах от Павловского посада, неподалеку от деревни Васютино. Здесь действительно чистая природа. Нету практически никаких людей, то есть можно полностью приехать и сюда расслабиться. Но говорят, что здесь существует морское чудовище Лохнесское. Лох, от слова лох, что значит чудовище. Вот мы его можем с вами наблюдать. Еще раз.